Здравствуйте, уважаемые зрители моего блога. Это первый из моей серии обзоров, посвященных различному тактическому снаряжению. В данном обзоре у меня будет несколько подсумков утилитарных фирмы Tasmanian Tiger. Ну, как вы, наверное, уже обратили внимание, подсумки выполнены в расцветке мультикам. Это один из самых современных камуфляжей на данный момент. Первый подсумочек, про который я хочу рассказать, это так называемая админка. На передней панели есть логотип изготовителя и большая липучка для шевронов или неймтейпа. С обратной стороны крепление подсумка на молле. Надо 4 стропы. Интересная особенность крепления на вот такой. То есть либо подсумок можно повесить на ремень, либо здесь дополнительно что-то закрепить. То есть для этого существуют такие вот резиновые петли, например, какие-нибудь химические источники света, какие-нибудь стяжки и прочее. Подсумок закрывается на молнию с 2 собачками. Замки снабжены ухватками из пароходы. Подсумок может полностью раскрываться. Уровень раскрытия регулирует вот эта пряжка. То есть он может, например, на 90 градусов раскрываться. Или на все 180. Давайте теперь пройдемся по насыщению. Первое идет, это карман для документов, для каких-то. Но я вот его использую для розжига. То есть это вот мои ватные диски в парафине и зажигалка. Этот карман отрывной, для удобства использования существует вот ухваточки, можно в перчатках пользоваться, удобно. Далее, чтобы не попортить там какое-нибудь другое снаряжение липучкой, она вот закрывается назад. Ну и вот, можно, то есть, снять со снаряжения только этот карман, достать там розжиг и, собственно говоря, развести костер. Далее, на этой панели множество карманов. Карман побольше, закрывается на липучку, также оснащен ухваткой. Карманчики поменьше, вот, огнево, фонарь. И 3 кармашка для этих ручек, тут маркеров и прочего. На сгибе есть 2 резинки, у меня тут находится электрический фонарь люминесцентный, криль, и большой карман под пленкой для какой-нибудь карты или же каких-нибудь документов. У меня там вот записная книжка. То есть подсумок сделан очень качественно, очень хорошо, камуфляж очень приятный, мне нравится. Пошли дальше. Следующим у нас будет маленький утилитарный подсумочек. То есть изготовлено все так же из 500-й кордуры, мультикам Cry Precision. Размер небольшой. На передней панели есть 4 стропы, выкрашенные тоже мультикам, для крепления какого-то навесного снаряжения. Липучка для неймтейпа. С задней стороны крепление на молле. Молния с 2 замками, оснащенными ухваткой, закрыта клапанами, ну, маленькими. Внутри один объем сплошной, ну, собственно говоря, он небольшой. Внутри подсумка у меня лежат манки для ближайшего обзора разных манков на ворону. Такая удобная штука для хранения каких-то небольших вещей. Занимает всего 3 стропы молли, 3 ячейки. Компактно и удобно. И завершает этот обзор универсальный открытый подсумок под рацию. В чем его универсальность? Он регулируется. Он регулируется как по горизонтали. Вот тут вот есть липучка. Ее можно отстегнуть и вот как угодно отрегулировать. Также он регулируется по вертикали. К сожалению, регулировку по вертикали недостаточно, и вот моя рация Baofeng влезает, ну, не слишком хорошо. Закрывается
на шок-кордом. Держится крепко. Ну, даже в такой ситуации она, конечно, не выпадет, но не так хорошо, не идеально подходит. Крепится тоже на молле. Изготовление целиком из очень плотной и широкой стропы. То есть вот такие вот сумочки в совокупности. Да, если все три показать. Мне очень нравится, очень хорошо сделаны, качественно, придраться ни к чему нельзя. Ну, камуфляж мультикам. Он отлично работает в наших широтах. Очень хорошая штука. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание.